Всем привет, ребята, добро пожаловать на мой канал, с вами я, Макс Скрэч. Продолжаем прохождение игры, которая меня уже, если честно, немножечко начинает бесить. Чейзер, вспомнить все. Опять в видео формате буду выкладывать видео, так как не стрим. Так как из-за работы, к сожалению, не успел постримить. Прилетели мы на какую-то марсианскую базу, на звездолете, который мне напоминает, я не знаю, ту летучку, на которую прилетела, наверное, Рипли в «Чужих» в первой части. Эпичненько смотрится. Это, видимо, мы, да? Да, это Чейзер. Теперь дело за тобой, дружище. Поезд ждет на станции. Мы пока зачистим погрузочную зону и приготовим поклажу. Поклажу. Понял. Увидимся там. Ну, увидимся, увидимся. В такой бы херобори да на работу летать, да, ребят? Или на учебу. Так, закрыто, закрыто, закрыто. Давайте осмотримся. Не лесенок тут, закрыто, закрыто. Опа, так, что там светится? Какая-то блестючая дорожка, ребят, светящаяся, типа маячков. Ага. Наверное, нам сюда. Не разбились. Наверное, я потому что не знаю, ну все двери закрыты, а сюда можно залезть, значит... Опа, вижу там еще свечение какое-то. Да-да-да-да-да-да-да. Лишь бы не убиться. Блэд, убьюсь же. Черт! Где-то не там я спрыгнул, вон там надо было. Угу. Ладно, ничего страшного. Открытое пространство, поэтому давайте использовать снайперское оружие, которое мне чем-то напоминает ВСС. Так. Иду вот по таким светящимся всяким объектам. На них стараюсь обращать внимание, потому что благодаря чудовищному дизайну, левел дизайну, там движение мне показалось, Чейзера. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Иди-ка ты нахер с ракетницей со своей. ХП мало, он меня сейчас угрохает. Чё я говорил-то? Благодаря чудовищному дизайнингу, левел-дизайнингу Чейзера, этой игры, я понял только одно. Здесь надо идти на то, что светится. Наверное. Так, так, давайте сохранимся. На всякий пожарный. Лесенка. Налево-направо, 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 направо. Наверное, направо. Блэд, я тут, наверное, не запрыгну. Хотя с прыжка, возможно, в приседе. Опа-опа-опа! Там, по-моему, еще. Так, прыжок не помогает. Но мы-то скилловые, мы можем присесть. Опа, в прыжке. Взяли аптечку. Патрошков немножко. Броня. А, это не броня показалась. Или броня. Аптечка еще одна. У нас уже не влезает. Сейф. Идем дальше. Интересненько, что тут нас ожидает. Да, видимо, какие-то... Опа! Движение. Видимо, какие-то составы. По крайней мере, на них очень похоже. Так, зачисточка. Подожди, для симметрии не положили ли там случайно аптечку? Давайте чекнем, проверим. Да, положили. То есть, если бы я здесь прошел в первый раз, не направо, а пошел, а налево, то я безболезненно, скорее всего, прошел. Хотя нет, они бы зашли мне сзади, с тыла тогда. Опа, это кто? Это что там? Да, это именно то, что я подумал. Есть. А это что? Стоит он там, а? П-
По-моему, еще вижу, ребят. Да. Вам, наверное, ни хрена не будет видно на записи, но, поверьте, там стояло два челика с ракетницами. Я не удивлюсь, если это еще не все. Так, сейф, прочесываем эту зону. Двигаемся зигзагами. Опа-опа. Чувак даже не успел понять, откуда прилетело, по-моему. Вот! А, да, да, детка, это я пришел. Это я. This is Scratch, bitches. Угу, бронечка-то у них крутая. А у нас не хуже вроде как. Так, сейф, вижу зеленую дверь. Замкнутое помещение. Меняем пушку. Чтобы поменять ее. Давайте вот с этой штурмовушечкой. Тут тем более есть подстволы. Так, сохраняемся, смотрим. Вверху что у нас? Вверху, по-моему, у нас ничего. Ну-ка. Да, там заварено. Нам, значит, вниз! Сука! Могу, умею, практикую. Я же говорю, ненавижу лестницы, ребят. Ой, ладно, хрен с ним. Даже так сохранюсь. Тут-тум, тут-тут-тум. Так, лестницы вижу вон на той стороне. Значит, скорее всего, нам нужно спуститься вниз. Тут невидимая стена, спасибо разрабам. Эту хрень я, наверное, обойти не смогу. А нет, смог. Так, армора и хелсы у нас мало, поэтому двигаемся предельно осторожно. Не забываем сохраняться. Пока вроде бы чисто. Оп, 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 оп. Норм ему с подствола, ничего, да? Не сразу помирает. Не сразу помирает. Окей. Твою мать! Чуть не обделался. Так, подожди. У него там лежит аптечка и что-то еще. Здесь была лесенка, здесь я не запрыгну без нее, наверное. Да, не допрыгивай немножко. Ну-ка. Боком? Боком запрыгнул. Окей. Скиллух ты не пропьешь. Так, армор, то, что нужно. Что это был за звук? Блин, и там лестница, и здесь дверь. Так, чекнем по пути то, что было сначала. Сначала заберемся наверх, посмотрим, что там. Удачно я выскочил. Что это за звук? Куда он делся? Он испарился? What the fuck? Сейф. Погнали. Ну, конечно, там закрыто, да? Закрыто. Охренительный левел дизайнинг. Говорю это в 235-й раз с половиной уже, наверное. Не знаю. В кавычках охренительный, но вы поняли, я думаю, да? Так. Видимо, нам сюда. Подозреваю я. Так, закрыто, значит не выше, если мне вообще сюда надо. Надеюсь, что надо. Так, по трубам я здесь нигде не перелезу вроде бы. Погнали наверх. Это я сейчас выйду, наверное, туда, где эти
где я убрал ракетометчиков. Как я сказал? Ракетометчиков? Так, где я вообще? Алоэ! Поезда ходят. Наверное, где-то здесь есть спуск. Но это не точно. Если мне вообще нужно сюда. Так, перепрыгнули. Дверь закрыта. Я там действительно не вышел бы, ребят. Непонятно. Но так я отправляюсь обратно. А, хотя подождите, видите лесенки? Но тут решетки. А вот тут нет. Понятно. Видимо, мне сюда. Опасно. Сейф. Ох, не нравится мне это, ребятушки, не нравится. Ладно, понеслась. Чё? Музычка изменилась. Я прям чувствую засаду, ребят. Алоэ! Гений левел дизайнинга, блять. Извините. Я вот хз на самом деле. Сюда мне, не сюда мне. Я типа просто пробую и все. Вот это место напоминает одну из игр, которую мы проходили с вами на стримах, Cryofear. Что-то подобное, помню, там было. Cryofear, кстати, всем рекомендую. Хорошая игра. Хоррор. Психодел, все дела. Бывший мод на Half-Life, насколько я помню, который стал потом отдельной игрой. Ты, твою мать! Ху! Чуть не убился. Тихо, 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 Макс. Спокуха, братуха! Так. Так. Тихо, 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 тихо. Ху. Так, отлично. Сейф. Я думал, ты не умрешь. Там еще один. Чудесно. Так, грёбаные лабиринты, а? Да они издеваются надо мной. Суки. Так, не открывается, отлично. Теперь главное не запутаться, ребят. Ну, видимо, мне прямо. Предположу, не буду туда лезть. За мной. Ты чё, сука, бессмертный? Пять выстрелов с подствола, вы поняли, да? О, как, да? Ах, так. Ну ладно.
Ну ладно. Безумный снайпер идет в атаку. Окей. Так, что у вас там было, ребятки? Сейф? Только патрики, да? А мы идем, видимо, прямо. По-моему, новая пушка была, я даже не успел заметить. А, это гранатомет вроде бы, да? Да-да, это он. Давайте вот с этим попробуем, погнали. Сохранялся, нет? Вроде бы да. А, то есть, нам не сюда? Окейушки. Зашибитушки. Видимо, туда, где были эти трубчанские. Не нравится мне все это, не нравится, ребят. Опять гребаные трубы. В голову уже, что значит? О-о-о! А, ну ты ж в шлеме. Ок, так, ты там наверняка ж не один, да? Мне так кажется, сейф, погнали. Так, а что у нас там на подстволе? Не туда, да? А здесь? Один. Так, сейчас посмотрим. Это поезд, значит, он охраняется, я думаю. Наверняка. Сколько вас там? Так, укрытие, укрытие, укрытие. Опасно. Твою мать, сейчас меня здесь завалят, ребят. Слева один, как минимум, справа два, как минимум, подо мной. Если я правильно успел все заметить. Вон он один слева, который я говорил. Ну и подкидывает же ее, ядрить, колотить. Опа, опа, это откуда было? Это снизу. Да твою дивизию, а. На! Ага! Очень плохо все по ХП, ребят, но я сохранюсь. Вижу. Так, здесь нажать ничего не надо, я думаю. Нет, снизу вроде бы чисто. Вроде бы, но это не точно. Так. Вижу лесенку. Твою мать. Обожаю лестницы, как я и говорил. Так, с них не вывалилась там, я не знаю, аптечка случайно. К сожалению, нет. Сюда я, видимо, могу запрыгнуть. Опа, вижу. Армор лежит. Броня. Уже что-то. Сейф? Чисто, да? Так, что здесь с этим поездом надо сделать?
Непонятненько, непонятненько. А, хотя фиг ли непонятненького, вон дверь. Вон же дверь. В которую я не заходил, там нужно что-нибудь включить наверняка. И только тогда поезд поедет. Зачем спуск вниз, понятия не имею. Ну да ладно, так, топаем на лестницу, идем в дверь, посмотрим, что там. Да мать ваша, вы издеваетесь. Видели? Напротив меня стоит по диагонали правый угол. Еще и с ракетницей. Не шутя себе струя. Убрал, да? Убрал. Вижу. Назад! Назад пути нет. Есть только наперед. Оп! Твою дивизию! Чуть не обделался. Я думал, ты не умрешь, тварь. Что из тебя вывалилось? Аптечка? По-моему, да. Да, отлично. Так, мы что-то запустили, ребят. Спускаемся. Спускаемся. Может быть, на этом поезде мы и укатим в закат. Нет! Сука! Да ладно! Подожди, но больше дверей ведь нет. А ну-ка, стоп, Андрюс. Но больше ведь нет дверей. Закрыто. Алоэ! О! О! Это нужно сохранить. А что делать? А, во-во-во-во, вижу. Так. Мы поехали, да? Черт, сейчас что-то будет. Я вспоминаю Half-Life. Прям навевает воспоминания. Все, что здесь сейчас происходит, Black Mesa. Вспоминаю. Так. Вроде бы чисто. Вроде бы. Захватить поезд, отведить поезд в зону погрузки, взорвите поезд. Нормально, захватите, отвезите, а потом к ебеням его сожгите, взорвите. Для чего я вообще старался, спрашивается. Оказалось. Так, а тут чё? Так, я тут, ребят, попрыгал, побегал, и вот всё-таки нашёл дорогу. Нам сюда нужно, оказывается. Вот, я увидел эту грёбаную лестницу. Сейчас посмотрим, что там наверху. Да наверняка кимыть...
Так, ребят, я тут, короче, попрыгал, побегал и наконец-таки увидел. Вот же, вот, действительно, нам сюда. Больше и никуда и не пройти-то. Сейчас посмотрим, что здесь. Ну, наверняка какие-нибудь все-таки действительно стрелки надо переводить или что-нибудь в этом... Вроде. Твою мать. Встречает прям засада сразу. Так, сохраняемся, погнали. Дверь. Опа. Видите, да? Минус. Кому он говорил, прикройте? Ты там не один был? Вижу. Минус два. Гребаные окна. Не люблю окна. Не делайте, ребят, дома окна в домах. Из окон... Убивают! Блин, не зря. По-моему, с ракетницы типок, да? Твою мать. Все потерял. Все потерял, ребят. И армор, и хп. Сука. Так, броня есть. Давайте сохранимся. Хрен с ним, что нет ни хп, ни брони нормально. Присядем, погнали. По-моему, там был один с ракетницей. У меня сейчас ракета одна, и все, мне хана. Запомнил. Подожди, я же тебя здесь видел. Точно. Ты один там был? Опа! Да, блин, надо же было промазать с такого расстояния. No scope, нет? Так, хватит баловаться со снайперским оружием в замкнутых помещениях, в тесных. Это неразумно. Так. О. Спокойно. Чекаем остальные окна. Так. Блин! Я тебе плю сейчас. Блин. Как я присел сейчас, видели? Как Нео. Как Нео вернулся. Из матрицы. Откуда это сейчас было? Вижу. Ни хрена. Этой пушкой вообще нереально вдали работать. Ух ты! Смотрите, какую халяву чуть не пропустил. А это от чего патроны? А, это от вот этой, наверное, да? Подожди, это что у нас? Ух, нифига, какой-то БФГ. Ну-ка, ну-ка. Проверяем. Нет, это не от нее. Окей. Может, от нее? Хз, что это вообще такое, ребят? Ну, короче, я не знаю, что это. Все пушки перезарядил вроде бы. Ладно, погнали, неважно. Не суть. Сейф, и двигаемся дальше. Вот она, то, что нам нужно переключить. Стрелочка, скорее всего. Да, отлично. Да, и теперь мы сможем поехать дальше. Я же говорю, прям Half-Life вспоминаю первый. А может быть, мне его сюда поднимут, чтобы я не спускался? Нет, придется возвращаться. А засады там не будет? Нет? Надеюсь, нет. Гребаные лестницы. Так, сейф. Опа. Даже не умер, ребят.
Охренеть. Я даже не свалился с лестницы. Стой, 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 стой! Как мне на тебя теперь запрыгнуть? Подожди, братан! Хоп! Я с тобой. Так, поехали. А если бы я не успел? А я не могу двигаться, ребят. Я застрял как бы. Фу, я думал, я прилип к текстуре. В коллиженах застрял, думал. А ни хрена. Так. Сейчас как шваркнусь обо что-нибудь. Вот это был бы залет. Это было бы обидно. Досадно, ну ладно. Так-с. Чё там у нас? А можно прибавить, товарищ машинист? Не понял. Это кто у нас тут на хвосте? Ты кто? Назови свои позывные. Ну ладно. Не нравится мне этот типок, он нас преследует. ХЗ. На всякий случай еще раз даже сохранюсь, что-то долго едем. И ничего вообще не происходит, заметьте. Странно все это. А может быть я типа должен выйти и посмотреть? Так я же свалюсь. Но мне же интересно. Твою мать! Ну вы поняли, я даже вырезать это не буду. Это было реально ржачно. Так. Все, понял. Едем дальше. Не, ну серьезно? Серьезно? Где экшон? Где действие? Я, короче, вырежу, ребят. Кусочек. Дороги. Уж слишком надолго. Опа! Не прошло и года, пацаны. Я приехал. Серьезно, очень долго ехали, правда. Я вас пожалею, вырежу это при монтаже. Стрельба в присядку. Я приседающий стрелец. Не обращайте внимания, у меня бывает. Так. Приседающий стрелец. Так. Вроде бы чисто, но я не уверен. Я не уверен, поэтому и сохранюсь. А! Как же он прыгает ржачно. А! Мы прибыли или чё? Наверное, да. Это что за шняга? Я хз. Но здесь есть лестница, которые я обожаю. Там вроде чисто. Ну-ка. Ага. Я думаю, это что-то типа магнита. Твою мать. Меня этой херней не раздавит? Эй, алло! У, я думаю, на свой поезд опоздаю. Да твою мать! Ща бы в текстурах залипнуть, Макс! Да твою дивизию! Не могу, прикиньте.
Так, что происходит? О! О! Подожди. Фу. Отлично, как раз я вовремя успел, иначе бы поезд без меня поехал, прикиньте, а? Взорвите поезд Лонгвуда, осталось его взорвать. Подожди, а вдруг это была закладка взрывчатки, и сейчас поезд взорвется вместе со мной? Это было бы немножко неловко, ребята. Я предчувствую, что у нас опять предстоит дальний путь без ничего вообще происходящего. Поэтому я, наверное, вырежу опять некоторый кусок. И увидимся с вами, как только что-нибудь начнет происходить. Обожаю эту игру. В кавычках, я думаю, вы поняли. Ну вот, не прошло и года, ребят, мы куда-то приехали. Не, если серьезно, то минут 5 примерно реального времени мы ехали по прямому Блэд-тоннелю, и ничего, ничего вообще не происходило. Но для вас все будет быстро, я все эти моменты вырежу. Тут, видимо, опять однообразная операция. Включи стрелку, убей вот здесь людей. Если они будут на тех же местах, это будет вообще угар. Взять его. Ну, почти. Дайте ему уйти. Как же задирает вниз-то, а? Подожди, почему у меня была очередь, а не автомат? Окей. Так-то будет быстрее. Надеюсь, у вас аптечки посыпятся. А тут, как всегда, все те же люди, да? Как и в прошлый раз будет стоять. Нет? Ни разу не однообразные уровни в игре. Я опять показываю кавычки, а вебки-то нет. Ну ладно, вы и так все понимаете, что это был сарказм. Ну да. Так я и думал. А еще там будет челик, наверное, с ракетницей, да? Да неужто нет? А вот здесь справа за дверью? Нету! И ящиков нет! Вот так! Теперь он слева! Все-таки разнообразили, красавчики! Обожаю эту игру. В скобочках нет. Открыто. Опять игра «Добеги до поезда». Успею в него запрыгнуть, не застрять в текстурах и никуда не упав. Знаете, что хреново? Я сохранился, у меня нет ХП. Сука, 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 да ладно! Подожди. Да ладно! Подожди, как тебе допрыгнуть, а? Братюня, 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 подожди! Вот так. Вот так. Вот так. Сука! Нет! Как вылезти отсюда? Не-н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 е! Ну вы сами все видели, ребят. Ай, дубль 2. Так, это где я? Это просто трэш, ребятки. Это просто трэш, ребятки.
Бежим! Подожди, подожди, как же надо было-то залезть-то? Я что-то не понимаю. Спокуха. Спокойно, Макс. Как-то он сюда будет поворачиваться, да? А вот как туда дальше запрыгнуть, я не понимаю. Спокойно. Может быть, с этой херни? Так, предположим. Я смог! Да, детка! Фу! Я в поезде, ребят. Сейф. Твою мать, вот это идиотизм-то, а? Так, мы поехали. Я не могу двигаться почему-то. Я как будто прилип опять. Вот, лип. Ну и по старой схеме, наверное, вырежу 5-минутную поездочку до следующей станции, скорее всего. Увидимся, в общем, где-то минут через 5, но я в ненужное все вырежу. Офигеть, ребята, в этот раз ехали примерно минуты 3. Черт. Потом появился черный экран, была надпись, название уровня, и цель появилась, взорвите поезд. И мы опять едем, серьезно? Твою девиську, ребят, я думал, что-то сейчас будет интересное происходить. О, а что-то происходит, смотрите. Ого, а мы спрятались. Я его вижу. Нет, братан, ты меня не видел? Хе-хе. Так. Я его вижу, такой. Молодец, чё? Возьми с полки пирожок, или как там говорят. Окей, ребят, увидимся, когда будет что-то интересное происходить. Твою ж дивизию, что ж за игра-то, а? И вот, ребят, экшон. После еще одной минуты. Так, а что тут происходит? Заставочка пошла, короче. Странно, вот сейчас поезд выглядит не так, как когда мы в него садились. А это наши? А это наши? Это, я так понимаю, свои, да? Нет? Братва. Сейф. Ребят. Ребятушки. С игрой? Алоэ! Ну ок. Пацаны! Вы куда? Похоже, я достал эту игру. Подождите, он мигает. Написано «Опасности». Наверное, надо бежать. Уматываем! Беги! Там один челик застрял. Что происходит? Ребят, что? Я так понимаю, сейчас поезд взорвется, нет? Братан, куда бежим? А вы сами все видели. Хпдыдыщ, да? Нет? Бар Сида. Сидов бар. Привет тебе, кот, кстати, если ты досмотрел до этого момента. Ребят, давайте, знаете что, на этом мы закончим. Продолжим уже на стриме. Скорее всего, это будет финал, я так понимаю. И начнем вот прям с этого места. Посмотрите на этого чувака, фига себе его канаёбит. А этот вообще спит. Что происходит в этой игре, блэд?
Короче, джентльмены, дамы, господа, мужики и девушки, спасибо всем огромное за просмотр, кто досмотрел до этого места. Странная была серия, странно себя вела игра, и вообще она странная. Но я ее не брошу, я ее дойду до конца. Вот такой я упертый. Всем спасибо, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, обязательно, я ж не зря стараюсь, типа, вступайте в нашу группу ВК, ссылочки в описании. Всем спасибо, всем пока, до скорых встреч, с вами был я, Макс Крэй.